Алло. Ага, что, связь там срывалась? Как у тебя здоровье, как дела, нормально все? Че, все ровно, стабильно? Да? Тяжеловато. Че, нажимают? Очнулись, что ли? Выбейте вы их, нет оттуда. Ну, у вас-то что, все в наличии, нормально? Сашка там вместе? Тяжело с этим, с личным составом, мало. Личным составом, говорю, надо добавить вас, да. Там не слышно, призывать не будут, еще набирать. Ебаный в рот. Там слышу, опять они, сука, что-то готовят, эти пидорасы. Ну, блядь, это три дивизии, блядь, 100 000 хотят еще сейчас скинуть народу. У них формируется сейчас, едут с обучения, все вот эти танки, все, что заготовили, блядь, кинут сейчас. Хотят Крым отбить, да это, пройти, зайти. Ну, 100 000 со с лишним, три дивизии готовят. Первые две наступательные, еще третья будет зачистку. Ёбаный, вот 150 000, что ли, 100-150 000 еще готовят. Прикинь. Ну, у нас же запас-то тут есть, вроде. В Чебаркуле сидел народ, блядь.